Всем привет, с вами Фристайл, и сегодня мы продолжаем играть в Six Guns. И остановились мы на том, что мы собрали 6 белых лилий своей покойной жене, которая сейчас покоится в одной из этих могил. Но так как я еще не достиг 10 уровня, я не могу вот так вот встать сюда. Сложновато для меня, нужно сперва понабраться опыта, требуется уровень 10, то есть... Я не могу нормально вот так вот помолиться. Так вот. Ну, не так, конечно. То есть... Вот так вот. Еще один ловец снов. Уже 13 из 30. Практически половину. Мне кажется, что это очень круто. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать еще. Вот этот вот домик. Мне он никогда не нравился. И мне он сейчас не нравится. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем сейчас, по идее, магазин. Мы можем вроде улучшить его. Я ведь прав? Да, я прав. Итак, давайте попробуем пройти вот эту фигню. Убей монстров. Но на самом деле я пипец как не уверен, что я сумею это пройти. То есть, удачи, мой друг, вероятно, вы сможете мне помочь. Я слуга науки, изобретатель чудес, и я стою на пороге величайшего открытия. Вот увидите, мое изобретение принесет свет в этот мир. Это машина, которая генерирует электрический ток. Я назову ее генератор. Вчера на меня напали какие-то странные твари. И правда, они какие-то странные. Они были из металла, никогда не видел ничего подобного. Только огнем их можно уничтожить. Я выжил только благодаря моему новому изобретению огнемету, но их слишком много, не смог со всеми справиться. Прошу вас, моя работа может в корне изменить ход развития. Эти три детали, все, что мне нужно. Вот здесь одна деталь. И он метает огонь. К черту! У меня есть револьвер! А что сможешь ты против меня? А? Но-но-но, лошадка. Итак, мы сейчас будем эпично сражаться с монстрами. Я же забыл. Они вроде, они нереально сильные. То есть у них здоровье там... Очень много. То есть вот у меня 45, у них может быть 4500. У каждого. И мне это не нравится. Ну, на самом деле, что? Нам ничего не остается, кроме как бежать, бежать изо всех сил. К нашим скунсам! О, может сыграем в тир, не знаю. Не, ну а что? Можно в тир сыграть. Ладно, давайте... Оу, щит. Вы видели? Вы видели этого ужасного монстра? Я его боюсь. Давай, давай. Опа! Зачетная. Зачетная лошадка. Лошадь. Бля... Ой, бля. Уйди, нечисть! Уйди! Что, все, все, все. Перезаряжайте, мудак. Оттуда. С двух сторон. Крысы. А там же еще были.
Ой, бля, вот они, вот эти вот, которые железные, да, они еще током. Твою мать. Твою мать. Перезаряжай, перезаряжай. Вот так вот мы на самом деле их будем очень долго мочить. А банные маневры, они на самом деле тупые, они сами по себе, то есть они не работают как команда. Ну вот так вот постепенно мы должны всех убить. А, они сами себя убить не могут. А... Ой, бля. Хорошо, что здесь есть такая вещь, как автонаведение. Ой, бля. Там у одного вообще мало хп осталось, так что... Их, в принципе, значит, у меня прокачан он настолько, что он, в принципе, в состоянии их убить. Давай еще немного, там один, вот тот дальний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто убей их. А я уже одного убил, как я понял? Я одного убил уже. Круто. Когда я успел? Да. Что, волны 3 из 4? То есть не говорите мне, что еще одна такая волна будет. Да, то есть осталось 2. Давай, просто убей. О, да! О! О, да, фух, вот это батл. Вау. Фух. Ну, мы, конечно, вообще жестокие.
так много вообще, прям пипец. Три. Мы, кстати, можем сейчас его прокачать и не потерять много. Как вы думаете? Я не знаю. Я правда не знаю. Хотя нет. Да. Да я просто отказался. Просто-напросто отказался. И это не значит, что убей всех демонов. Вот демоны. Окей. А, кстати, у меня же есть суперчехол, который... Да, это не очень хорошая идея. Ладно, давайте пойдем. Поубиваем. Дьявольское отродье. Пока. Эй, бро. Какие вы сильные все. Уё, это твари. Это... Вот это... Что? Господи. Серьезно, что ли? Перебежками. Перебежками. Сейчас все будет. Сейчас. Надо подготовить. Пошли. Надо убить эту горгулью. Все, и валить отсюда. Я знал, это был их тайный заговор. Ее. Автоматические двери. Только у нас, только сегодня. Сколько нам дали? 35. Ну. Блять, хватит, сука, ебучая. Простите. Я не хотел. Просто когда пытаешься повернуться. И эта фигня все время поворачивается, точнее стреляет. А ты у нас кто? Флорист? Че, неубиваемый такой, да? Неубиваемый такой? Типа самый крутой? Ну ладно. Ну, еще один. Эх, как-то все скучно. О, еще один. Господи, да сколько их тут? Еще один, вот как знал. Как знал, что вот там точно должен был быть он. Еще один, господи. Да 19 уже, вы представляете? То есть такими темпами можно нехило так сделать ачивку. А вот здесь как у нас обстоят дела? Ар.
А еще один вы... Блин, везение. Или не везение, или просто... То есть уже 20. Ну, довольно неплохо. Прятаться. А здесь у нас что? Здесь у нас какая-то херня, которую не хочу забирать. Потому что это очередная, скорее всего. Ох, хватит стрелять просто так. А, ладно, наверное, сейчас я знаю, что я хочу. Я знаю, что я хочу, я знаю, что, скорее всего, вы хотите. И мы пойдем. А вот что это так? Так, оглядеться. Да, давайте посмотрим, что это. О, не о. А, снайперские все винтовки, хреновки. Ладно, о, еще один. Ого, ловец снов, привет. Бэ. Ровно в него попал, блин. А здесь, кстати, ничего, такой домик. Что? Я могу потрогать воздух. Нет. Пожалуй, я на этом закончу. Ладно, в этой серии мы что сделали? Какие у нас достижения? Мы нашли первый элемент так называемого... О, новые скачки. Ну, итак, в этой серии мы нашли первый элемент механизма, который называется генератор для профессора. И я думаю, что на этом я закончу. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой офигенный канал, комментируйте мои видео. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Новые видео будут выпускаться очень скоро. Всем спасибо, всем пока!